Друзья, всем привет! С вами Александр Квасов, команда Norfinus QB. В этом видеообзоре я расскажу вам о костюме от компании Norfin, который называется Pro Light Blue. Вот такой синий костюм. Это костюм для рыбалки и для города. Ткань мембранная, такая шуршащая, хочется сразу сказать. Костюм сам по себе очень легкий, утеплителя никакого не имеет, внутренней сетки у него тоже нет. Характеристика мембраны: 5000 паропроницаемость, 5000 водонепроницаемость. Вот такой вот, продемонстрирую сейчас его со стороны. Есть капюшон, капюшон не отстегивается. Вот. Регулировки у капюшона сзади, вот здесь есть шнурочек, регулирующий вот по этой части. Вот такая кулиска небольшая с резиновым шнурком. И дополнительно еще по передней части закрываем, и здесь тоже можно подтянуть, подрегулировать. Вот. Закрывает хорошо, ворот высокий, плотный. В общем, защита такая нормальная от ветра и дождя. Молния в этом костюме влагозащищенная, центральная. Вот. Есть два кармана внешних, соответственно, тоже с влагозащищенной молнией, такого нормального объемчика, приятного. Вот. Манжеты. Манжеты, резинки никакой здесь нет. Здесь есть липучка, такая вот три полосы с вот этой вот липучечкой и ответная часть. Ну, на мой взгляд, не очень. На мой взгляд, не очень. Лучше было бы, если была сплошная классическая полоса. Может быть, оно так и нормально будет, но кто его знает. Потому что если липучки перестанут держать, будет рукав широкий и длинный. Так, ну не суть. Смотрим дальше. Здесь ветровлагозащитный клапан еще дополнительно присутствует изнутри. Вот. Внутренних карманов никаких здесь не предусмотрено. Есть утяжки по нижней части, шнурок, резиновый фиксатор. Внутренняя часть куртки выглядит вот таким образом. Такая шуршащая. Швы все проклеены. Вот, ну, как видите, никакой сетки здесь ничего нет. То есть одевать его лучше всего на термобелье или что-нибудь. На кожу он будет не очень комфортный. Вот. Дополнительно в комплекте идет вот такой мешочек, в котором, собственно говоря, и поставляется этот костюм. Вот, костюм от дождя. Костюм, мешочек из такой же ткани. Вот, и брюки. Брюки на резинке. Резинка, собственно говоря, и два кармана. Карманы с влагозащищенными молниями, достаточно большие. Вот. Внутренняя часть тоже в таком же материале выполнена. Вот. Карманы здесь ни в куртке, ни в брюках не утеплены. Вот таким образом выглядит все это сзади. Вот. Штанины. Штанины снизу прямые, то есть утяжек никаких нет. Вот. Если нужно, можно подшить. Вот. Ну и, соответственно, костюм анатомический. Пошив имеет вот низковое движение. В целом удобный костюм. Можно взять на рыбалку, прогулку.